Сегодня на уроке мы будем с вами продолжать учить тему гласные буквы Э, И. А теперь открываем тетради, берем руки и ручки и продолжаем писать. Если у вас есть ручки, тогда хлопайте в ладоши. Для вас поет Каменских и Настя, и Потапенко Алеша. Не вините нас за плагиат мотивов деревенских. Меня зовут Потап, со мной Настя Каменских. Кольца, брошки, серьги, шубы, клубы, деньги, тачки, диски, тюнинг, лобстер, киви, пудинг, мальчики на побегушках, девочки на шпильках, в золоте купался я, как в томатах килька. Одеваться стал я ярко, рекламирую зубную пасту, только бы не стать похожим на этого из Ауткаста. Наша любовь вспоминаю как нехороший сон. Если остались чувства, то купи себе на память этот рингтон. Можешь, то прости меня, а можешь забудь. Наши чувства не спасти, их уже не вернуть. Если можешь, то забудь меня, а можешь прости. Наши чувства не вернуть, так лучше их отпусти. Ты для меня была всегда, всегда самая главная. Я не забуду тебя никогда, никогда, да-да-да. Такая жизнь, эх, несправедливая. Я вам обещаю, проживу ее красивая. Вот такая жизнь, эх, змея гремучая. Я вам обещаю, стану самой лучшей я. В натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре. Oh, yeah. Я вам обещаю, стану самой лучшей я. Справедливая, я вам обещаю, проживу ее красивая. Вот такая жизнь, эх, змея гремучая. Я вам обещаю, стану самой лучшей я. В натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре. Я вам обещаю, стану самой лучшей. В натуре.